Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Идол Герои. Ну что ж, поехали. Давайте смотреть. Так. Ага, практически все в откате у нас, ребят. Это хорошо, поэтому приступим. Так, подарить 5 сердечек друзьям. Ну, это, ребят, за радость мне сделать. Так, хорошо. Ага, смотрите-ка, у нас здесь у кого-то есть боссик. Ух, я могу сделать рейдик, ребята. Ну-ка, сможем надрать задницу, а? Я думаю, что вполне. Так, 35к. Что, проиграли, что ли? Проиграли, ребят, представляете? Нет, босс умер, написано. Да ну, 35 тысяч за босса, ну что-то как-то звучит хреновенько. Так, поиск, что нам даст поиск? Поиск нам дает то, что у нас босс умер. То есть босс умер, наверное, мой, ребят, который я нашел в прошлый раз. Ладно, хорошо, играть 2 раза в лотерею, ну, естественно, ребят. В лотерею, так в лотерею... Погоди, может быть, нам здесь лучше обновить? Мне не нравятся вот эти вот призы, которые здесь доступны. Давай, что у нас тут? 5 мираж, так, а это у нас... Ну, ладно, фиг с ним. 2 раза крутанем, так уж и быть. Ну? Так, 80 тысяч, давай еще разок. Не подведи папочку. И, блин, хрень какую-то дали. Хорошо, ладно, забираем, ребята. Так, выполните 2 задания таверны. 2 задания таверны. Ага, понятно. Давай вот это вот выполним. И вот это вот. Ну, а это, естественно, ребят, мы с вами сразу же закажем. Так, начинается. Это у нас тоже начинается. Так, тут тоже начинается. Блин, ну вот эти вот однозвездочные меня прям вот напрягают, ребят. Вот эти вот задания вот никчемные. Их нельзя как-то вот, я не знаю, улучшить. Давай, давай, сделаем. Улучшил, блин. Как было однозвездочное задание, так оно и осталось. Ладно, раз пока бесплатно, значит, ребята, можно их быстренько и завершить. Так, и здесь то же самое. Погоди, а я могу? Я могу? Погоди. Вот так вот обновить. Нет, ребят, больше не могу. Че, один раз только, да, можно? Эй, ладушки, хорошо. Ну, получаем реворд, давай. Так, изготовить 3 снаряжения, блин. 3. Ну что, я вижу, вот здесь вот у нас броньку можем, например, мы с вами сделать. Предположим. Так, здесь что? Ну, давай. Ага, только 1 меч. И все, что ли? Да, ребят, по-моему, больше... Нет, вот здесь вот можем еще что-то... Ай, зачем мне 3? Ай. Ладно, потом пригодится. Просто деньги, ребят, нужны очень сильно. И поэтому особо распаляться не хотелось бы, конечно. Так, базовый призов героический. Я надеюсь, у меня тут все есть. У меня тут все есть. Давай, начнем с базового. Так, я, кстати, ребята, сегодня, опять же, как по традиции, буду задавать вам очень много вопросов по героям, которые у меня появились. И давайте приступим. Пока у нас, как говорится, места нету, сейчас мы будем с вами смотреть, кто же у меня появился. Правда, я их уже раскачал, но тем не менее. Давайте, смотрите, ребята. В общем, вот, смотрите, вот такой вот чувачок. Охотник на драконов. Ребят, я не знаю, я посчитал, что он очень клевый, потому что я как-то с ним сталкивался, он мне таких люлей взвешивал. Я его прокачал практически, ну, как видите, до 98 уровня. Он у меня одет, ну, не топово, не топово, я бы даже сказал, вообще легенько. Но, по крайней мере, сет у него этот охотника висит. Камень тоже я им пока еще не развивал. Потому что все-таки охота узнать ваше личное мнение. Так, следующий герой, вот. Славный охранник. Это, короче, я так понимаю, гном. Это у нас воин. Ну, я думаю, что это, наверное, все-таки он танк. Тоже его прокачал до 82 уровня. Ну, я почему-то в нем как-то сомневаюсь, что он будет довольно достойным воином. В общем, вот, или охотник на драконов, и, или славный охранник. Ну, почему-то, конечно, что воин на драконах... будет более, такой, скажем, полезнее именно в моей пачке. И хотелось бы узнать, кто лучше, Гера или охотник на драконов. Потому что, блин, вот выбор у меня... А, кстати, вот, ребята, еще новый герой. Но я думаю, что Логан.
что я его просто припарюсь, ребят, потом прокачивать. Да и, наверное, он лопушок. Не знаю, ребят, тоже напишите мне, пожалуйста, про этого персонажа. Стоящий он, не стоящий. Ну, вот еще, ребята, вот еще. Берри. Да, Берри у меня еще появился новый персонаж пятизвездочный. Тоже его открыл, не помню где, на рулетке или где-то там. И вроде бы как все. Ну, взял вот эту вот черепаху, ой, черепаху болотного. Потому что я менял... Слушайте, у меня какой-то дуплет выпал, я просто его поменял на ветке. Ну, оставил его. Не знаю, годный этот человечек, негодный. Опять же, жду ваших рекомендаций, ребят. Рекомендаций, конечно же. Так, ну что? В принципе, больше пока никаких новинок у меня нету. Ладушки, мы с вами продолжаем. Так, мы задание выполнили? Выполнили. Так, героический теперь призыв. Ну, давайте сделаем героический. Посмотрим, что нам здесь выпадет. Ой, 4 звезды. Клятва. Не знаю, ребят, не знаю. Ну, по-моему, лопушок, да? Пишите, пожалуйста. Особенно вот те ребята, которые давным-давно играют, разбираются в этой игре. Мне просто надо разобраться по героям. Базы нету, где можно было прочитать про каждого героя, что, как и... Вот приходится мне у вас, короче, спрашивать. Сразиться 3 раза на арене. Это проще пареной репы, ребят. Проще пареной репы. Ну, я, честно говоря, дерусь. Слушайте, а тут можно... Погоди-ка. Мне на арене это понятно. Но я хочу подраться не просто на арене, а на испытании чемпиона. Да ладно, блин. 87 часов откат. Ядрен батон. Ребята, у меня задание там висит. У меня там висит задание. Мне остался там всего лишь ничего. Если честно, даже где-то, по-моему, здесь... Так, это что у нас тут? Выполнение... Погоди-ка, я не понял, это что? Сбросились опять задания все? Я же выполнял. По-моему, ребят, все заново пошло. Да-да-да-да-да, все заново, ребят, обновилось. Ёк-калэмэне. То есть то, что я не успел тогда... О, да тут, по ходу дела, надо все сразу... Жесть! Это жесть! Вот оно в чем, ребята, соли. Короче, нужно все сразу делать одним нахрапом. Если вы хотите получать... у меня вот здесь вот... Подожди, не здесь. По-моему, Лига Хрустальной Короны... Или вот здесь вот... 128 было. То есть там оставалось буквально ничего. Я бы получил бы вот такой вот реворд. А в итоге получается, что это все сгорело. Да-да-да, ребята, это все сгорело просто адским пламенем. Жесть, обидно. Но я этого не знал, ребята, если честно. Поэтому впредь будем знать. Охо-хо-хо-хо-шечки. Ладно, неприятно, конечно, очень неприятно. Но... Как говорится, ну, обжегся, ребят. Так, пакет... Зачем мне пакет ценностей вот это вот? Тайный сундук. А, ну да, я его купил, ребят. Ну, там какая-то ерунда выпала, если честно. Так, вроде бы пока ничего больше я не могу сделать. Давай, вот тут что такое? А, понятно, получаем, давай. 50 брюликов. Хорошо, поехали дальше. Раз у нас сразится 3 раза на арене, то давайте просто уже тогда... Подеремся. Так, по-быстренькому, как говорится, мы это дело с вами пролетим. Так. Погнали дальше. Первый бой у нас прошел. Давай второй. Замечательно. Так, 29 тысяч заработали. И последний, третий бой у нас. Так, получаем 27 камней на подъем героя. В принципе, нормулька. Забираем. Так, собрать, ну это понятно. Ага, у нас еще рейд остался. Давайте-ка сходим на рейд. Опять же, по-быстренькому это дело пробежим. 130 тысяч и еще 130. Ладно, ладно, давай-ка теперь вызов храбреца. Посмотрим, что у нас здесь получится. Слабо. Давай, ну порадуй меня, елки-палки, игра. Да что ж ты будешь делать-то, а? Поодиночке дает. Ладно. Ну давай здесь, может быть здесь. Улыбнется мне удача.
Ага. Удачи, ребята, меня походу покинула. Перешла, как говорится, в другую игру. Ну ладно, хорошо, будем играть по вашим правилам. Так, и остается мне только лишь задание здесь собрать. Ну это, естественно, не все сразу и не так быстро. Оу, ну а вот это уже приятная новость, ребята. 86 уровень, соответственно, я сегодня перейду на другую карту, получается. Так, что мы тут заработали? Хлам какой-то. Ну что же, погоди-ка, а какой... А, все нормально, ребятушки. Автофарм, естественно, начнем. И, как говорится, поехали. Будем дальше драться с врагами и смотреть, что там у нас. Так, человек без лица тут. Ну что же, бой. Ага, давай-ка мы, наверное, вот так вот сделаем. Слушайте, я вот не знаю, мне вот кажется, что кальмара можно, в принципе, заменить. Ну, на кого? Вот так вот, наверное, сделаем. Нет, давайте мы сделаем лучше вот так даже. Вот так и вот так. Мне кажется, так будет лучше. Посмотрим, короче. Ах, тут у нас еще и босик. Ладно, хорошо. Так, 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 тихо, не буяним, не буяним. Нормуль. Пока идет хорошо, ребята, все. Ой, да этот босс лашпен, ребят. Мы его просто разберем сейчас. Даже пикнул. А вот это вот хорошо. А вот это хороший реверт, ребята. 10 этих осколков. Да? Пятизвездочного героя. Это вообще замечательно. Плюс 9000 душ. Ага, ну вот, ребят, о чем я вам и говорил. Мы переходим, наверное. Погоди, а куда мы переходим? А, ну да, мы переходим с вами в кошмарный режим. Опять же, воевать в этом. Еще спрашивают меня воевать. Конечно, воевать. Ох, я думаю, сейчас люлей-то буду получать, ребят. В кошмарном-то. Скажут, иди отсюда, сынок, приоденься, окрепни, потом будешь сюда суваться. Ну, посмотри, ты все равно какой-то. Так, 136 уровни Гера, да, значит, у нас тут два танка. Ну, я не знаю, ребят, вы говорите, что он такой мощный, но почему-то он разбирается здесь как на ура. Не знаю. Так, ох, змея, как же я рад, что, ребят, выбрал змею. Ну, может быть, в данный момент она рулит хорошо, как там дальше пойдет, я не знаю. Так, ну что же, давай, поехали. 9-2 у нас автофарм. Тут что у нас? Есть что-нибудь хорошенькое? Нет, все то же самое, что и везде. Поехали. Так. Вот это я тоже не понимаю. Зачем вот эти вот секунды ждать? Для чего? В чем смысл? Что это дает нам? Поехали. Гоу, 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 как говорится. Ну. Так, тут у нас не... Ага, опять эти, блин, опять эти эйдены. Сейчас посмотрим, ребят, если они будут колбасить, мне придется выставлять нежить. Упадут мои все или не упадут? Наверное, упадут. Нет, ребят, что-то... Ох ты! Смотрите-ка, прям сразу же арбалет охотника мы с вами получили. Слушайте, а почему у него пассивка не сработала у Эйдена? В чем проблема сейчас была, я не понял. Она просто-напросто не сработала, и все. Кстати, у моего Эйдена тоже она не срабатывает, хотя он у меня не настолько прокачан. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас тут дальше будет. Так, поехали. Вперед и с песней. Ну. Так. Вот это, говорят, ребята, мираж не особо, да, хорош. Поэтому его даже не стоит брать. Так, пока вроде бы неплохо, смотрите, ребят. О, змея тут сейчас, да. Накрыла их медным тазом всех практически. Пока, роднуля. Так, замечательно. Ну, души у нас идут, поэтому я думаю, что охотника на драконов можно, ребята, прокачать. Скорее всего, даже уже по полной программе, то есть до соточки. Сейчас проверим, хватит ли у нас. Да, хватит вполне, а... Хотя сказать, давайте его повысим. Повысить пока не получится, ребят. Вот что с этим вот славным охранником делать, не знаю, ребят. Если он, если вы скажете, что он хреновенький, естественно, я его попробую поменять. А получится ли у меня поменять его вот здесь вот? Сменить героя. Там, по-моему, сотка нужна, да? 100 веток, если не ошибаюсь. Да, 100 веток, а мне не хватает. Но у меня есть, ребят, 6 этих осколков. Я не знаю, сейчас их тратить или копить. Копить, еще раз копить, копить, копить. Тоже напишите, пожалуйста, мне. Так, достижение пройти крепость 8. Прошел.
Я прошел крепость 8, соответственно, получаем 200 камней на подъем и 400 гемов. Достичь 90 уровня, я получу вот этот вот посох элемента, он у меня уже давным-давно присутствует. Так, ну что, ребят, давайте продолжать тогда уже с вами. Погоди-ка, секунду, дайте-ка я в гильдию-то зайду. В гильдию-то, ребята, надо зайти обязательно. Так, 8 часов, 3 дня назад. Ноунейм. Ноунейм, ты куда пропал? 3 дня назад, 3 дня тебя уже нету в игре. Смотри, если будет 5 дней без предупреждения, как говорится, я просто буду удалять. Даже несмотря на то, что у меня очень мало народу. Так, ну что же, а я в этот момент пока вот так вот сделаю. Оп. Так, критический удар солдата мы с вами подняли. Так, пастыри, пастыри, пастыри. Так, здесь скорость священника, давай. Мне нужны, ребята, хилы. Прокачанные, нормальные, как говорится, все пучком. Замечательно. Так, что у нас там? Ага, выполнен заказ. Отлично, давай принимаем следующий тогда. Начать. Там пожертвовать надо. Давай вот так вот пожертвуем. Ну пока. Пока вроде бы и все. Так, по науке рейд, давайте глянем, что у нас там с боссом. Угу. Этого уже заколбасили. Погоди-ка, а почему у меня... Ну ладно, хорошо, давай сделаем. Так-так-так-так. Вот здесь, я думаю, вот так вот надо сделать. Даже не так, а вот так, ребята. Поехали. Естественно, это, ребята, у нас бой не выигрышный, но потихоньку, полигоньку будем его наказывать. И рано или поздно мы должны будем с вами выиграть. Так, сколько там? Ой, босс-то крепковатый, ребята, я всего лишь... 1% отнял, что ли? Ну, а что вы хотели? Так, бои гильдии, по-моему, да, еще пока рано. Ну что же, ладушки, хорошо. Так, а мы с вами продолжаем, ребята, проходить кампанию. Так, поехали. У нас 9-4, автофарм. Посмотрим, кто у нас здесь. Накажем, не накажем. Лес Сары у нас, да? Кошмарный режим. Поехали, глядеть будем. Кто у нас там? Ну-ка, ага, бараки, кэри и эти големы. Так, они у нас стихии огня, все причем, да? Должны справиться, ребята, мы с ними, потому что у меня есть листва, ее даже очень много. А как вы знаете, лиственники. Лиственники, ну, вы поняли, да? Природа, сила природы рулит против огня. О, смотри-ка, да. Нагрудник охотника. То есть мы сейчас можем с вами даже тут сет собрать. Только нафиг он мне нужен сейчас. Оу, все, да? Да, ребята, приплыли. Теперь нам нужно ждать, когда у меня появится 88 уровень. Угу. Как-то вот... Не знаю, ребят. Хотелось бы сразу пройти. Нет, вот тебя тормошат специально, да? Чтоб вот набери, а потом ты сможешь продвинуться дальше. Так, ну что у нас здесь есть, ребят, я не знаю. Кстати, вот хотел еще, знаете, что спросить, ребят. А стоит ли покупать за гемы вот эти вот монеты? Ну, супер рулетки я имею в виду. За гемы, видите, две монетки за 500 гемов. Потому что из них можно получить очень довольно солидные бабульки. Там миллионы. Можно орбы достать. Так, что у нас там по рюкзаку? Что в рюкзаке, ребята? В рюкзаке не хватает, ребята, одной буквально... одного осколка, чтобы я смог призвать одного пятизвездочного героя. Так, ладно, хорошо, это мы с вами... по башне у нас... Ах, да, башню, ребята, я не могу пройти. Колбасят вот эти вот... Вот эти вот охламонки меня просто разбирают, ребята. Так, иди отсюда. Просто, ребята, вообще это... Жесть какая-то, что там происходит. Своими этими... Они стрелки, я так понимаю, да? Или маги? В общем, ну, сейчас увидите все сами. Как это все дело происходит. Сейчас смотри, оп, хоп, хоп, хоп. Смотри, уже сколько здоровья нет у ребят. Ой-ой-ой, сейчас будет плохо. Вот, смотрите. Просто жесть, что происходит.
Офигеть, это вот, как я их, я даже не знаю, как их назвать. Просто положили всех. Ладно, будем немножко подкачиваться, может быть, потом как. Так, ладно, погнали с вами на свободный остров. Так, это все дело мы с вами забираем, забираем и посмотрим, что у нас здесь. Так, я вижу сундучок, открываем. Что достается? 19 тысяч, мало. И больше я, как вижу, нету ничего, да? Хорошо, давай делать рейд. Так. Так. Мы, наверное, сделаем... Эйда наберем, вот этого поставим, но немножечко поменяем местами. Вот так вот сделаем. Рейд, погнали. Зачистили, нет? Оу. Нет, ребята, не зачистили, не хватило, да, значит? Блин, придется нарцисса забирать. Но тогда на босса у нас не хватит, ребят. Да и получил я всего лишь три нарциссика. Хреново. Я, конечно, попробую. Но... Да, острова мы все прошли, но... На босса не хватит, да. На босса, к сожалению, у нас не хватает, ребят, нарциссов. Поэтому я не смогу его победить. Да и вообще вот этот вот змей меня бесит. По-моему, вот этот змей. Нет, другой. Там был какой-то другой змей, я его не мог пройти. Просто мне херачил и все. Ладно, фиг с ним. Ну, островки, по крайней мере, прошли. Так, испытание храбреца. Да, я вот думаю, надо, наверное, туда, ребят, нам отправляться. Так, а у нас подземелье. Ага, в подземелье я тоже профукал все. Ну что ж, давай. Испытание Зерок. Ну, давай. Сделаем испытание. Делаем вот так. Так, хоп, хоп. Хоп. И вот так вот. Так, оборотня тоже. Кстати, надо посмотреть про оборотня. Может быть, мы его можем маленечко вкачать. Осколков-то уже вроде бы так довольно неплохо насобирали. Так, ну здесь все замечательно. Все замечательно. Порвали и даже не поморщились. Так, 8 гемов получили. Гемов, брюликов. Называйте их как хотите. Никакой разницы от этого нету. Так, погнали. Ну, естественно, ребят, вы поняли, да? До 10-11 уровня, ребят, все идет на изи, даже... Хотя тут, смотри-ка, уже... Валя-то уже получил люлей. Хм. Он уже четверть хп потратил. Давай-ка еще разок сделаем. Посмотрим. Они будут... Будет их кто хилять или нет сегодня? Во, похиляли, отлично. Все шикарно. Я, ребят, наверное, знаете, что буду делать? Копить деньги. Ну, это, конечно, долго и муторно очень. На кэри. А на сколько я уже потом буду копить? Для оборотня, я имею в виду. Ты чупал. Так, здесь тоже у нас... Все хорошо, 30 тысяч голды получили. И двигаемся дальше. Так, пятый этап у нас. Ну давай, быстрее, елки-палки. Сидит там, думает что-то. Так. Да не, здесь мы выиграем, ребят. Просто разорвали их. Так, что там, 15 чешуек, да? 15 чешуек. Вот, я думаю, ребята, 45 тысяч. Ну, это, конечно, охренеть, как долго нам придется копить. А потом уже заняться осколками. Хотя, может быть, я не прав, надо покупать осколки сразу же. Фиг его знает, как лучше сделать. Вы знаете, как... Хотя, если мы даже будем, например, копить... Да, с вами. Эти осколки... Ну, чешуйки. И нам где-то случайно выпадет кэрри... То никогда не трудно их поменять на чешуи, на эти, на камни для оборотня. Так что мы ничего не теряем, грубо говоря. Так, сколько? 20 штучек. Отлично. Так, ну что, седьмой этап. Уже, ребят, приближаемся, как говорится, к такой щекотливой фазе, где халявка уже не прокатит. И, кстати, я, наверное, зря прокачал, да, норму до 6 уровня. До 6 звезд, я имею в виду. Ну, она мне почему-то нравится. Так, здесь тоже мы порвали. Поехали дальше.
30 тысяч голды нам дали. Так, восьмой этап. Тут уже... ребятушки с оборотнем будут. Давай посмотрим. Кто, как говорится, кого. Ага. Ну что, здесь мы их порвали. 9-й этап. Поехали. Ага, он один был почему-то. Странно. Ну-ка, еще 20 чешуек заработали. Так, 10-й. Тут опять, ребят, какой-то неполный состав. В чем тут дело, я не могу понять. Или полный? Нет, полный, ребят, вроде бы. Раз, два, три. Нет, не полный. Ого, а что это такое сейчас? За электричество вокруг меня тут елозит. Блин, походу, это вот этот гаденыш на меня хрень повесил. Смотри-ка. Не знаю, что она делает. Наверное, здоровье уменьшает или сопротивление. Так, 11-й этапчик. Поехали. Так, тут Валя, блин, Валя. Сейчас будет меня станить. Ай. Чё Кэрри там у меня встанет в таком жестком стоит? Не может выйти даже из него. Эй. Что-то, блин, я не успеваю посмотреть, какого он оборотня, ребята, применяет. Так все быстро это происходит. Ну что ж, 12-й этап. Ух. Враг все сильнее и сильнее становится. Блин, я не знаю. Так, смотрим. Кэрри, блин, ты у меня так упал. Ага. Успел подхиляться. Йо, просто что сейчас было такое? Кто такой ураган нафиг на меня послал? Ага, у него тоже гад, змея. Ну, я проиграл, ребят. Проиграл. Ай, заморозили, блин. Опс. Черт возьми, я его найду. Победа? Ну, это, ребят, победа, как-то сказать, посмертная. Мне больше некого, по-моему, выставить здесь. Ну что, вот так вот, так. Попробуй, конечно. Но это бред, согласитесь. Вряд ли я таким составом что-то здесь могу зарулить. А, у него тоже норма. У него норма, ребята, есть. Которая в камень, правда, превратилась. Ох, 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 ох. Оп. Так, так, так. Эйден, держись. Что там, белку? Белку он какой-то применил? Да ну нафиг, что такое раскромсон-то идет? Очень жестко было сейчас. Так, 10 брюликов. 14-й этап. Да, тут, по-моему, ребят, 5-звездочный чувак. Так, что? Все. Больше никого не могу поставить, ребят. Так, давай вот так вот мы лучше сделаем. Вот так, тебя первым, так, вот так, и вот так. Это полный бред, ребят, я просто хочу глянуть. Просто посмотреть. Да, посмотрел. Ну, в принципе, ребята, можно было бы разобрать, можно было бы. Так, сколько мы тут, 550... Ну, такими темпами я, конечно, буду собирать. Хрен его знает еще сколько до карточки Кэрри. Что у нас? Больше ничего не осталось, да, я так понимаю? Все остальное мы вроде бы как сделали. Круг призыва, ну, я не знаю, давай посмотрим. Что? А почему? Я же вроде бы как бы освобождал место. Что опять не так? Я создать никого не могу пока. Походу нет, ребята. Похоже нет, не могу. У меня здесь есть все, кроме трехзвездочного. Погоди-ка, или наоборот. Что надо-то ему?
А, не хватает, понял. Так бы можно было бы сделать его на 5 звезд. Ну, это лопух, наверное, какой-нибудь, да? Ради которого даже не стоит заморачиваться. А вот этот чувачок, который у меня есть. Блин, надо кого-то, ребята, у себя почищать место. Просто дальше-то как быть? Дальше никак у нас не получится такая. Так, раз, два, три. Ну, в общем, пока, ребят, потерпим. Потерпим до следующей серии, да? Ну, а на этом, пожалуй, я буду и закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим играть в Idle Героев. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков, ребята.